Балтийского завода. Здесь порядка 1500 сотрудников сегодня вот не пускают на работу без QR-кода. Вот это называется добровольная вакцинация по-российски. Вот видите, товарищ, как раз нам объяснить сейчас. Незаконно нарушены. Может, вы покажете тогда удостоверение свое? Я покажу свое удостоверение руководителю. Давайте из зоны контроля выйдем, пожалуйста. Давайте из зоны контроля выйдем. То есть вы не пускаете сотрудников? Мы всех пускаем. Боритесь со своими сотрудниками. Не пускаете на... Мы не находим, мы уже рабочие места, правильно я понимаю? Сейчас... Так, никому сегодня 17 января. Мы здесь с Денисом Шульгой. Вот минут. Вы его сейчас видите. Сотрудников Балтийского завода не пускают на рабочие места ввиду того, что они не подали сведения о том, что они поучаствовали в небезопасном медицинском эксперименте.